Профессиональный праздник работников строительства отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. История Дня строителя корнями уходит в советское время. Впервые праздник отмечался в Советском Союзе 12 августа 1956 года по указу Президиума Верховного Совета СССР и имел статус всенародного. Чувство гордости за свою страну, за свою профессию наполнили наши сердца. Такие строки благодарности донесла история до нас с первого торжества. Именно на тему Дня строителя мы поговорили с жителями Артемовска и начали с вопроса, кто для вас строитель? Строитель? Это главная профессия. Первая профессия – это сельскохозяйственный рабочий, колхозник и трудящийся. Вторая профессия – строитель. Не будет строителей, будем в норах сидеть, в балаганах. Все создано строителями. Моя мама работала в строе, и вот город больше. Она работала в Артемовском, АСУ, в стройуправлении. И вот этот микрорайон, она работала здесь. Так что я росла с этой стройкой, сросла с этим городом. Это, в общем-то, здорово и прекрасно. Ну, самый ценный работник. Он строит дома, строит все. Вот инфраструктуру строит, все строит. Вот это строитель. Строитель – это тот человек, который создает дома, улицы и города. Для меня, во-первых, строитель – это мой отец. Он всю жизнь, так сказать, проработал на стройке. Если бы не было строителей, мало что было бы. Строитель – это одна из основных профессий, рабочая, безусловно, важная и нужная профессия. К сожалению, на сегодняшний день артемовцы не смогли назвать ни одной строительной компании в округе, зато наперебой перечисляли бывшие строительные организации. Я знала, что у нас была очень хорошая строительная организация АСУ-3. Я знала, что у нас Дорстрой какой-то там был на Кировке. АКСК – хорошая организация. У нас на каждом предприятии своя строительная организация была, свой строительный цех. Свой контора была раньше у нас. Тресы Горшин уголь был. Это дом управления были всевозможные. И что? Железная дорога, там была строительная контора тоже была. Раньше АСУ было 3. Вот это вот строительная. На сегодняшний день так как-то сразу не могу даже вам сказать. Жителям Артемовска хочется видеть город красивым, обновленным и строящимся. Ну, было бы неплохо построить нормальную больницу, потому что бывал там, уже все рушится, стены еле держат. Отстроить нужно, по идее, полгорода. Жить лучше, дома красивые, самое, наверное, главное. А для этого необходимо начинать, как говорится, с фундамента, с основ. Я считаю, что у нас нет базы. А раз нет базы, не будет и строительства. В настоящее время я думаю, что профессия строителя не ценится никем. Но это очень тяжелый труд. На ветру, на холоде, в жаре. И вообще это труд очень, как сказать, и благодарный, и неблагодарный. Тем более, что востребованность и фронт работ для строителя никогда не иссякнут. Она всегда будет востребована в какой-то степени. Строителем работаю, она бесконечная. Сам решил тоже идти на строителя, строительный факультет, а то учусь сейчас. Строители России, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Украины и Казахстана поздравляют друг друга с профессиональным днем. Пожелаем им новых интересных идей, оригинальных проектов и хороших трудовых условий. Самоотверженные люди, потому что они работают в любую погоду. И им очень сложно бывает вот зимой, например, работать. Или в дождь, когда мы ходим, кутаемся и нам холодно, а они работают. И они, в общем-то, делают ведь это для нас. И поэтому я бы им пожелала здоровья, благополучия, удачи. И чтобы они всегда верили в себя. Быть осторожными, наверное. Это большой риск для них. Удачи, поменьше несчастных случаев, хорошую страховку. Чтобы у них было крепкое здоровье, чтобы им жилось, чтобы они не болели. Чтобы учились, чтобы осваивали профессии, не забывали строительную профессию тоже. Благодаря отверженному и тяжелому труду строителей, сегодня мы живем в благоустроенном жилье, в тепле, с крышей над головой. Очень хочется верить, что благоустройство и рост Артемовского городского округа не прекратился, а только набирает силы для нового продуктивного рывка.